и сестры, маленькие и большие. Мы все с вами, братья и сестры, во Христе. Сегодня мы впервые пригласили в наш зал школы. Разные школы. Обычно мы приглашали одну. Сейчас здесь сидят представители, ну, я думаю, как минимум трех школ. Зачастую люди, незнакомые с православной традицией, несмотря на то, что живем мы в России, и с житиями наших святых, даже таких сейчас хорошо известных, как святые благоверные князья Петр и Феврония. Ну, действительно, кто сейчас не знает о Петре и Февронии? Им посвящены аж два праздника. Первый – это 8 июля, это день их церковного прославления. И ради того, чтобы можно было с чистым сердцем, со спокойной совестью в день Петра и Февронии заключить брак, то есть жениться, выйти замуж, святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл благословил еще одно празднество. Это первое воскресенье после 15 сентября. Многие из вас даже, наверное, не знают. В чем разница? 8 июля идет пост. Заканчивается он 12 июля. И брак по церковным правилам заключать нельзя. А 15 сентября поста нет. Можно веселиться вот, на, как говорится, всю катушку. Вот, то есть просто расслабиться и отдаться этому замечательному веселью. Кто же такие Петр и Феврония? Ведь сегодня речь пойдет именно о них. Это люди, которые в своей земной жизни, конечно, как и все святые, но тем не менее сегодня речь о них, они воплотили в себе идеал любви. Любовь – это Бог. Бог – это любовь. И святой – это всегда тот, кто в себя впустил Бога и носит эту любовь. Любовь – залог счастья. К сожалению, мы сейчас так часто ошибаемся, называем любовью то, что ей не является. И в этом очень важно разобраться, потому что цена ошибки – ну, счастье всей нашей жизни. Вот история, которую сегодня мы увидим, она тоже могла закончиться иначе. То есть святые благоверные Петр и Феврония могли не стать такой вот идеальной супружеской парой, которой они стали, если бы князь Петр, которого сегодня вы увидите на сцене, не сделал над собой усилия и не победил в себе самый главный человеческий грех – гордыню. Вот она мешает нам, ну, буквально на каждом шагу. И очень важно ее научиться распознавать. Я в двух словах, чтобы было понятно тем, кто не знаком с историей Петра и Февронии, я расскажу некоторые моменты. Ну, прежде всего, история начинается, ну, с такого, может быть, даже таинственного и мистического эпизода. С появления змея. Змей, причем, является княгине Людмиле, это жена старшего брата Петра, и предстает перед ним в образе мужа, Павла. Вот. И обман этот невозможно простыми человеческими средствами распознать. Вот как, вот как я сегодня говорил, что бывает так, что вроде бы любовь, а на самом деле не любовь. Просто так не распознаешь простыми человеческими средствами. Вот тут точно так же и тогда было. Она глядела на этого человека, или, наверное, это был даже не человек, вот, и ей казалось, что это ее родной супруг. А оказывалось, что в образе Павла к ней являлся вот этот вот исчадие ада, змей. Вот, и губил ее. И оказывается, победить этого змея может только Петр. Некий Петр, еще не все знают какой, Павлу предстоит понять, что это за Петр. С помощью других людей, с помощью той же Февронии он наконец понимает, что это его брат. Но и Петр тоже не чувствует в себе сил победить змея. Кто дает силу на любого врага? Если нет сил человеческих, то нам на помощь всегда приходит Бог. Мы
применили такое средство, скажем так, театральное, мы попытались показать, что то, что произошло тогда, может произойти с нами и сейчас. И происходит. Потому что змей как был, так и есть. И мы с вами, как были неспособными иногда отличить добро от зла, так и остались таковыми. Как часто мы ошибаемся. Ну, какие еще чувства вызовет у вас спектакль? Это тайна. Вот. Точно так же, как, хоть я и хотел бы сейчас рассказать сразу все, но это невозможно. Лучше увидеть своими глазами. Поэтому сейчас перед вами молодежный театр духовно-нравственного сюжета «Миргород» со спектаклем «На земле в любви и с любовью в вечность». Thank you.
всю мерзостью своею. В моей семье остался ты один из тех, что гибель сеет. Ну и тебя я вразумить сумею. Рубить дубравы, идолов в огонь. Нет, нет, не трой врага! Отсиди, берегись, убойся правил, идолов не трой! Ты угрожаешь? Возьми себе плеча, жди, жалкий человек! И вечный древний змей возьмет свое, на греле не спрося! Найди живым, идольская мразь! Очистить место, ставить крест, и день, и ночь читать псалтырь. Велю на месте всем поставить монастырь. Так и не так, но знаю только, княгине Бабовой правду стал являться змей! Да ну! Бреши! Ты уши заливай, ты иногда хоть мимо лезь. Ей-богу, братцы, точно! Но, как водится, лукавый мешает доброму питью свою отраву. На вкус попробуешь? Вода водой. Ну, а потом... Ох, братцы... Ох-ох-ох. А что потом-то? Рассказывай, хоть правда что-то знаешь. Обратился древний змей-поганец в образ князя нашего. И так, что не отличишь, и только тьма ночная, он в окна княжеских хором, да и княгине-матушке в покой. Ну она! Ну что она? В глаза ему глядела. Шептала нежные слова от ночи до утра, и лишь потом уж поняла, что себя змею отдавала. Ну и дело. Мстит князю душегубец. Боже правый, человека любит. Прости, княгиня, на грехи. Будь милостив, княгине помоги. Избавь князей постыдного позора. Будь милосерд, да победивший вора. Возрадуется князь с княгинею, и да прославит все Муромов, чисты, как на духу, отца и сына, и святаго духа. Сотни лет его никто не видывал, лишь в сказках поют.
древний меч богатырей. Помню, сказывал однажды Берендей. Исходит на вождение, смрад, а криковым мечом твой младший брат отрубит голову поганцу змею тот Петр, что из всех тебе милее. Мой младший брат, да умением ратным не богат. Его себе с мечом не представляю. А ты кто? Откуда ты взялась? В земле рязанской. И кто тебе поведал обо всем? Ведь я же мне. Я знаю. Сумеет Петр змея победить, а я его от ран сумею исцелить. Милая! Да, мать, батюшка! Кто колодцу в горницу пустил? Неведомо откуда. Пришла она. Сама не разочула. Ты, княже, постынь. А как сразить и змея? Послушай меня. Спроси у старого Гордея. И Гордея знает. Ну, Рики и Гордей, совет твой мудрости богат. Давно уж не юнец твой Петр младший. И с дружиной своей на ловах горяч, умел, к оружью быстр и ловок. Я дивлюсь, откуда явилась Рязанка, но не без мудрости ее слова. Послушай, самослав. Вели позвать Петра. И да помогут брату Господь и ангелы. Да сгинет змей крылатый. Выкормыш лесов. Приятель ветра. Ливнями омыт. Здесь, в храме первозданном, вдали от городских оков, колено я склоняю Господу открытый. Услыши, Господь, и даруй таление победы! Ведь никогда я, Петр, героем не был! Мне не смей оборотни голову рубить! Но силою твоей, Боже мой, надеюсь победить. Что тому не силу надо прилагать, но сердце, полное любви, в молитве благодати, он издревле против змея помощь подавал. Ты кто? Среди муромцев тебя я прежде не встречал. Или козий меч указывает Божий перст на место, где твой брат обрушил капище и утвердив победы крест обители сновал. Крест твой воздвижника. В стене алтарной, меж святых икон поверь, его там видишь. Да что ты там видишь? Взяв меч, иди на змеи не сумнясь. Но только помни, сухим тебе не выйти из воды, избавив брата от беды, ты должен пострадать и сам. Твою не раз я рад. Ты пострадаешь не от ратных ранов, в каждом человеке есть что-то, что роднит его со змеем, в самом себе. Должен победить змею. Ну, думаю, что уж это я сумею. А за тебя молиться, старый, девица лесная. Как поминать-то? Имя как твое? Исчезло. Ну да ладно, после я познаю. Thank you.
говоришь ты, что я слышу. Любить я не умею. Я только ненавижу. Да отпусти! Ненавижу. Меня ты выбрала сама. Увлекшись сладостями жизни, оставив добрые дела. Ты вся моя. В тебе нет светлых мест. Последний исполни. Сними с себя вот этот крест. Людмила! Кто здесь? Петр. Да, нечто, сними приглашение. Пришел, чтобы снять с Людмилы по отношению. Петруша, брат, ты здесь, чтобы спасти княгиню? Я очень рад. Теперь могу я спать спокойно, ныне. Вот я, а там моя супруга. Убери свой меч, ведь не обидим мы друг друга. Скинь его с меня, я облегчусь, а голову расправлю. Вот меч, Агриппас. Защищайся, змей крыла. Даш, сбросим маски. Коли идти не хочешь за порог. Тебя предупреждали! Это свистит Бог! Согласен, слышишь? Пусть войдет и лечит, чтоб затем
хозяйкой быть в моем доме. Хозяйкой в княжьем доме? Ну уж этому не будет. Веди ее! Ты все понял? Княжка, здесь она уже. Лесная девица, как звать тебя? Феврония. А, та самая Рязанка. Знай свое место, детская девчонка. Лечи как следует, а вылечишь, кати свои здоровья. Нужна вода, закваска и топите жарко баню. Да как? Из дерева все выйти! Я целить князя начинаю.
Смог? Сюда, блин. И вот что, друг, скажи. Растушку помнишь? Ту, что яс меня лечила. Да помню, княже, все как ты велел. Ее доставили в кроне богатые дары. Но вот только... Что? Дары не приняла? Ну, принять-то приняла, и тут же бедным раздала. А, еще хотела она что-то тебе сказать. Передумала потом, начала вздыхать. А ты, княже, ты не в себе. Случилось? Случилось! Все мое дело снова язвами покрылось. Скажу тебе, что после покаяния, целебной травы и наконец купания все мое тело чудно обновилось. Все раны, затянувшись, отпали шкурку. Пали все. Кроме одной. И все пошло по новой. Лечила, значит, ее немедленно доставят тебе. Да тихо ты! Я должен сам идти. Смири свою гордыню. Уже и правду сам. Пойду тебе. Ведь понял я, что язвы те не тело слабости, а болезнь души. Боярин до природных жестоко обижает.
девиц, достойных в Муромграде, не хватает. Ты согласен, что хватает? И званий высоких, и так, и приглядных. Но так ведь она ведь неспроста. В тот день, в тот миг, когда за князем приключилась беда, когда ничто уже не помогало, спасительницей оказалась холопка-то. А, да не о том лишь речь. Оно ж все видно, потому в народе барин, что Петр по княгинюшке своей души не чает. Гордеешь, хоть при мне княгинюшка ее не называют. Дочь древолась за мне боярине неровне. И коли любишь ты меня, то князю подскажу, пусть найдет себе княгиню попригодней. Но коли ей больше звания княжеского дорожит, то за женой пусть и сам куда глаза глядят бежит. Да как же ж Муром-то без князей? Но князем станет Авраам. И лучше ты, боярин мой, гордей. Не волю.
любимая, я не хочу другой. Не только ж я буду петь, что буду пыль и небо. Ты мое тело, ты земля моя, ты мой путь на небо. И правили князь Петр с княгинью Февронию в ограде Муроме с любовью и верою к простолюдину с сожалением, к боярину-купцу с уважением. А как пришло им время отойти ко Господу, то отошли в единый цель. И ныне церковью прославлены как святые покровители благочестивого супружества, святые благоверные князья Петре и Февронии, молите Бога о нас.
тебя сберечь, как не потерять, с тобою рядом жить, с тобою умирать. Колокола звон, молитвенный стон, испокон веков, веков испокон. Волею небес, силою креста, я уже не тот, и ты уже не та. Видишь, я лечу, и ты лети со мной, вместе навсегда, там, где Господа покой. Не смогу я падать. Вас приветствует молодежный театр духовно-нравственного сюжета «Миргород». В постановке принимали участие актеры Богатырева Элина, Лябичева Анастасия, Свиридова Анна, Абдулаева Полина, Забрусков Игнатий, Никишина Анна, Гуляева Ксения, Пискунова Алина, Кашуба Дарья, Барбун Константин, Семикласова Елизавета, певица Абдулаева Александра, Милания, Скори Ксения, Тимоха, Скобелев Вадим, боярыни Сазонова Анна, Исаченко Алена, Рыкова София, Кабанова Анна, Кеник Ирина, бояре Камышанов Антон, Кобылкин Даниил, Головко Семен, Козловский Богдан. Спасибо, Елизавета. Звукорежиссер Богатырев Даниил. Режиссер-постановщик, художественный руководитель театра Назиров Тимофей Германович. Духовный отец театра протоиерей Александр Сазонов. До свидания. Спасибо, Господи. Вопрос, он вечный, и он решается в процессе всего творчества. Бывают какие-то и противники этого театра, бывают критики такие резкие, даже священники спектакля говорят, слишком показываете как ярко, там, эмоционально, лишнего. Ну, в общем, все это необходимо в спектакле, чтобы он показал свою цель. Но я спокоен тем, что руководитель этого театра, ему 43 года, сам он отец пятерых детей, Божий Тимофей, он православный человек, воцерковленный, именно он воцерковлен до такой степени, если вот сегодня вспомнить Евангелие о Самарянине, что его вот эта любовь простирается даже до тех, кто не ходит в церковь. Редкий православный может этим, так сказать, похвастаться или как бы себе утешиться, что он думает о других. Вот он думает об этих подростках. И удивительно, но с другой стороны, может, естественно, что, наверное, больше половины детей, которые, их сейчас около 50 у нас в театре, 30, которые не ходят в церковь. Причем не то, что там отрицают, они просто вот не понимают, но вот сюжеты, история, житие им нравится, сам вот сама история, сам вот этот момент, позыв. Иначе бы они не так не играли бы с удовольствием, как вот на спектакле по Михаилу Тверскому. Его мы показывали в Твери, там, и в Дивеево. Или же там режиссер сам же, вот наш Тимофей, пишет такой спектакль «Пасхальные хроники. Точка Пилат». Значит, взгляд, такое как бы объяснение событий и казни Господа, и взгляд на то времени через Пилата, как он все это чувствует, как он все показывает. Это все, конечно, основано на источниках православных, и преданий, и писаний. Это тоже спектакль ему очень нравится. Еще нравится им про князя Владимира, княгиню Ольгу. Здесь воочию, так сказать, видят, как произошел вот это переворот, изменение в князе Владимира. И вот этот спектакль показывали, еще новый сейчас спектакль про Петра и Февронии.
он может быть чуть меньше нравится, но тоже, так сказать, он, когда им не нравится что-то, они говорят, ну что-то слишком как-то все шаблонно, давай, давай еще. И он переделывает его как-то больше под современность. Значит, в чем это выражается? Вначале, как вот такой сюжет есть, дети вроде как с современного мира начинают общаться, потом они переносятся в ту эпоху и уже вот своим вот сородникам таким начинают как-то воплощаться, и получается сюжет вот о Петре и Февронии. 50 минут из спектакля, сейчас возили они его в Волжский, пришел полный зал, больше там 600 человек, тоже вход так свободный, все спектакли, есть у нас спонсоры, которые это дело поддерживают. Ну и вот сейчас есть задумка, в ходе вот сегодня, раз так, Андрей, мы тут встретились на этом фестивале, про царскую семью, про Николая II. Сейчас пишется, но это может год-два писаться, может три, этот спектакль. Но я думаю, что он будет очень интересным взглядом таким показано, хотя и много уже написано и показано, но как-то это будет интересно, вот в это верю. Ну и потом про Александра Невского, естественно, в честь нашего юбилея в 23-м году. Кто к этому тянется, конечно, нужно. И кто тянется, там, не знаю, к кулинарии там, или еще куда-то, к животным, там есть у нас массовик, это энтузиастов к животным, там тянутся тоже молодежь, то им нужно. Потому что, когда мы ездим по другим городам, мы заезжаем в монастыри, обязательно там ночуем, так, в Нижнем Новгороде, были в городце, на родине сами, там дети, почти все эти дети причастились. То есть как-то они подвиглись, эта обстановка, долго исповедовались, так ненавязчиво, исповедь продолжалась всю ночь, утром причастились, потом они почувствовали. Ну дальше опять мир их, конечно, засасывает, как в общем и всех у нас. Поэтому нужно это вот такое перерождение от естественного обывательского образа жизни. Везде предлагаем свои, так сказать, представления, свои спектакли. Но школы, они как-то вот так вот консолидированные, они завязаны там на каких-нибудь тюзах, там еще что-нибудь, в общем, туда должны водить, у них программа, то есть это надо внедриться вот в такое, в образование. Вот так мы ходим везде, в техникумы, и там, и в деревни выезжаем. И дальше вот перспектива такая, думаю, что в Москву на фестиваль тоже как бы ездили, так не прошли однажды, но сейчас вот опять нас зовут. То есть везде мы стараемся участвовать, и сейчас вот планы на 1 мая показать этот спектакль про князя Владимира. Работаем над ним в самом Херсонесе, прямо вот около храма, где там народит вещи. Дело такое осторожное. Есть какие-то категории, условия, во-первых, уцерковленный руководитель, чтобы он регулярно исповедовался, причтился, чтобы дети тоже мы к этому пришли вот за наши 5 лет, какие-то нормы все равно соблюдали. То есть сейчас они стали ходить на беседы, не ходят на службу, но ходят на беседы после службы, и с ними руководитель беседует именно на духовно-нравственные темы. Ну и между собой, кто сильно там, как говорится, выпячивается или балуется в контактах некрасиво, мы таких, так сказать, выключаем. Но это были единичные случаи, но они знают, что есть какие-то законы, нормы, то есть их сами они принимают, обсуждают и друг другу вот так помогают. Здесь со своими воспитанниками старшей группы нашей школы. Надо сказать, что я первый раз на спектакле этой группы, и я просто в восхищении, у меня нет
таких каких-то слов, чтобы их подобрать, потому что это практически еще дети, они так играли. Настолько искренне, настолько проникновенно, несколько раз за спектакль на глаза наворачивались слезы. И вот я им поверила. Я им поверила, что действительно Господь все управит, и миром правит любовь. Бог есть любовь. Приглашать, мне кажется, нужно обязательно, потому что дети, учащиеся, подростки, наше подрастающее поколение, они обязательно должны видеть что-то еще, кроме поп-культуры. Потому что это очень нужно, очень важно. О настоящих ценностях. Спектакль прошел на одном дыхании, очень динамично, очень все понятно, очень связано. Как я уже сказала, очень искренне. Забываешь, что перед тобой не профессиональные актеры, ты затаив дыхание, следишь за сюжетом, болеешь за этих героев, переживаешь, хотя ты знаешь, что все закончится хорошо, но в то же время ты вот находишься в этом всем, и такое ощущение было, что весь зал смотрел как один человек. Все были поглощены действом, и, конечно, финальные аплодисменты, они показали, что все было здорово. Спасибо им огромное. Успехов этому театру, Божьей помощи руководителей и духовному отцу. В двух сценах я играла сначала в современном, была в кафе, сидела, вот, ели мороженое на день рождения у девочки. И второй я была боярней в средневековые времена. Вот. У меня были слова, и мы описывали то, что за холопку вышел царь, вот, и хотел показать тем, то, что вот мы были, осуждали людей, то, что вот она вышла за царя, и это не предпочитает царству, у нее то, что в минус уйдут, вот, показывали мы это. Но потом все-таки нас уже, мы попросили прощения, то, что они так думали, и вот нас простили, и они вышли замуж, Петр и Феврония. Некоторые есть мораль в наших спектаклях, вот. И иногда даже она в жизни встречается, сразу вспоминается в тот спектакль, то, что так лучше не делать. Учит чему-то какой-то морали, и то, что вот ты сразу представляешь. Мне было очень страшно, и я переживала, когда в конце мне аплодировали вот всем здесь, и мне сразу я почувствовала поддержку, искренность, отзывчивость, то, что ничего страшного нет, и все люди свои. Сразу загорелась искра в душе. Я хожу четвертый год уже в театр. Мне очень нравится. У нас много поездок. Москва, Питер, мы ездили в Новгород. Отзывчивый театр. Много всяких корпоративов, капустников, где мы веселимся, рассказываем мнение о театре. Вот. И очень интересный театр. Мне нравится. Спектакли – это были праздники, и как мы все недавно вспоминали, когда же это все началось, это, наверное, 2012 год. Хотя, может быть, самое начало, тогда это еще было не на приходе, не называлось театром, это, наверное, самое начало – это еще школа 93, где мы пытались устроить для детей рождественские и пасхальные праздники. Но, к сожалению, поскольку хороших сценариев мы не смогли найти, пришлось их редактировать. И постепенно от редакции сценариев я перешел к написанию сценариев. И мы попробовали на своем приходе на Богоявленском Волгоградской епархии показать свои спектакли, свои праздники Рождества и Пасхи. Вот. И однажды, когда мы очередной раз задумывали, как нам, что сделать на Пасху, мне подумалось, что можно отойти от традиционной формы музыкально-литературной композиции и представить Пасху как Пасху личную Пасху человека, который уподобился Христу. Тогда я только что прочитал и был под впечатлением романа Дмитрия Балашова «Государи московские». Там есть такой
один из томов называется «Великий стол», описывает подвиг Михаила Тверского, князя, который предпочел умереть в Орде, чем подвергнуть опасности карательного набега, разорения своих близких, своих земляков. То есть он пошел на смерть, чтобы спасти простых людей, которых по-настоящему любил. И так появился сценарий «Пасха Михаила Тверского». Вот мы его показали. Тогда были совсем другие актеры. А кого-то мы просто буквально брали с улицы, ну, рядом с храмом, ты будешь играть боярина, а ты будешь играть боярами. Вот. И на некоторое время спектакль мы отставили, как бы даже забыли, но зато появились другие такие миниатюры. Одна из них была рождественская такая постановочка на 20 минут «Августа Севилла», где император Август о Рождестве Христова вещает никто иной, как, в общем-то, служительница темной силы Севилла, которая вышла из пещеры. Вот. А потом был спектакль «Прозрение», тоже 20-минутный пасхальный сюжет. И уже в 2014 году мы опять вернулись к сюжету о Михаиле Тверском. И вот там уже впервые появляются актеры, которые до сих пор играют на сцене, хотя их осталось мало, многие из них выросли, ушли в жизнь, так сказать. Вот. Но именно с ними начался «Миргород», потому что тогда мы попали на фестиваль православных театров в Волгограде. И нам надо было назвать себя. Я уже не помню, откуда возникло это слово, но оно очень отвечает тому, что я сам чувствую, как чувствую коллектив. И даже когда-то возникла такая ситуация, что пытались изменить название. Вот, но другое не прижилось. Миргород так и остался. Миргород – это город мира, по сути, горный Иерусалим, к которому мы стремимся. Вслед за «Пасхой Михаила Тверского» появились другие постановки. Это «Пасхальные хроники Пилат», «Взгляд на Пасху глазами Понтия Пилата». Вот, и когда мы однажды были в Твери, кстати, со спектаклем «Пасха Михаила Тверского», так Господь устроил, там представители как-то местного Управление культуры, вот они сказали, было бы здорово, если бы вы через год приехали бы к нам со спектаклем о святом князе Владимире. А поскольку у меня тоже уже такие мысли появлялись, я говорю, ну, в принципе, это возможно. И когда мы вернулись, я стал писать сценарий, стал изучать вопрос. Появился сценарий, спектакль «Крестители» из двух частей. Он не мы не обошлись личностью одного князя Владимира. Первую часть мы посвятили княгине Ольге, поэтому именно он так и называется – «Крестители». Ну, там еще замысел такой, что, возможно, был какой-то безызвестный монах, который, молитвами которого была крещена Русь, молитвами которыми появилась Ольга, и потом появился Владимир. Он у нас тоже там присутствует. Вот. Ну, собственно, так вот появился Миргород. А потом, ну, буквально, не знаю, наверное, по промыслу Божьему, иначе не назовешь, к нам просто хлынула молодежь. И если первые наши актеры – это были участники воскресной школы Боголюбинского прихода, то последующие – это все дети из невоцерковленных семей. Вот поэтому, наверное, это как бы дало новый смысл Миргороду. Вот, потому что к нам приходят дети, они приходят сюда вроде бы для чего. Но, наверное, их все-таки привлекает сцена. Это, вот, наверное, какое-то такое таинство выхода на сцену и участие в театральном действии. Вот, это, наверное, необъяснимо. Об этом можно отдельно разговаривать. Вот. Но поскольку они играют не просто абы кого, а они играют святых, или если даже они играют зло, то мы его осмысливаем. И, может быть, они впервые дают себе отчет, что зло – это не что, а кто, то есть, что за этим стоит личность. Вот. То есть постепенно, наверное, можно судить в какой-то степени уже по прожитым, так сказать, годам в Миргороде, меняется мировоззрение. Вот. Были случаи, когда человек приходил в Миргород как актер, а потом он настолько принимал в сердце Бога, веру, что это становилось для него уже ступенью, но к чему, например, к алтарю. Вот. И он уже отказывался от участия в театре ради того, чтобы быть на богослужении. То есть он и позже даже там случалось так, что это становилось выбором всей жизни, то есть профессией, то есть, например, духовное училище.
Вот. Но, конечно же, только внутренние, так сказать, миссии, то есть внутри театра, смысл мероприятия не заканчивается. Вот. Мы перед собой ставим цель именно нести Слово Божье, пускай не, так сказать, ну, не в литургическом таком виде, да, а вот в таком именно вот в образном нести Евангелие в люди. Например, сегодня, кстати, это одна из форм нашей работы, мы устраиваем День театра в школе. В школе происходит такая определенная рекламная кампания, вешаются афиши, родителям рассылаются письма, где мы их призываем. И таким образом, так немножко им даже интересно, там рекламная кампания, все. Вот, мы набираем зал, вот, приходят семьями, как правило. Вот сегодня было, правда, и много детей, которые были без родителей, а вот часто приходят семьями. Это очень отрадно. Вот им, как раз для них это становится таким иногда первым моментом, первым откровением, с чего, может быть, потом все начнется. Вот, пожалуй, так вот я длинно ответил на этот вопрос. Радость, потому что они говорят о высоком, о Боге. И они не просто об этом говорят, они посещают в воскресный день лекции, которые проводит наш режиссер Тимофей Германович. И темы бывают разные. Темы о любви, темы о добре и зле, темы бывают и, ну, вот насущные, да, даже о курении бывают темы, вот, за и против и так далее. Те ребята, которые не принимают тему Бога или тему православия, они уходят из театра. Остаются только те, кто впустил в себя. И я думаю, что впуская в себя вот тему Бога, да, мне кажется, даже на них не сходит Святой Дух. И тем более, что мы находимся под такой опекой нашего батюшки, протоиерея Александра Сазонова, который всегда направляет, всегда подскажет, всегда очень мудро где-то подкорректирует, если что. К нему можно подойти с любыми вопросами. Поэтому ребята здесь себя чувствуют, как рыба в воде. Я вообще, знаете, счастлива, что в судьбе этих ребят есть такой театр. Если бы в моем детстве, в моей юности было что-то подобное, я думаю, многих ошибок в жизни и многих вещей могла бы избежать и понимать, что происходит. И я вижу, как ребята меняются, потому что, приходя в театр, они приходят, ну, все-таки из мира и с определенными взглядами. А здесь настолько у них взаимовыручка, настолько у них добрые отношения, настолько вот, может быть, вы видели, что они всегда все вместе и декорации собирают, и разбирают, и костюмы друг другу передают. И если кто-то забыл перекусить, всегда другой ему даст свою порцию и так далее. У нас совместные трапезы, у нас совместные походы, совместные поездки по святым местам. Разве это может, вот это сближение, не быть качественно сказано на характерах ребят? Вот я видела, что некоторые из ребят даже, ну, настолько серьезно отнеслись к теме православия, что стали ходить причащаться, стали читать даже православные книги. И для них вот слово «Бог» — это не просто слово, а это действительно личность, большая личность. Я думаю, если, зная об этом в дальнейшем, у ребят на их пути будет очень много искушений или немного искушений, да, но что-то будет, и они будут уже знать, как справляться с тем или иным искушением. Всегда после спектакля выходит молодежь, и выходят люди зрелого возраста и благодарят. То есть не было ни разу такого, чтобы кто-то вышел и сказал, ну, как-то не очень. Но благодарность – это одно. А вот я вам хочу рассказать историю, что мы были в Москве с нашими спектаклями, были на гастролях. И после спектакля о князе Владимире, «Красном солнышке», подошла девушка к режиссеру и сказала, вы знаете, настолько тронули мое сердце, я хочу завтра пойти в церковь и узнать вообще, что такое исповедь, что такое причастие, что такое вообще, ну, что я должна делать как православная христианка. То есть я считаю, что это наиболее, наверное, высокий пик того, что могло произойти в душе и в сердце зрителя. А маленькие зрители, вы видели сегодня, да, у нас малыши, они приходят не первый раз. И, ну, сначала мы переживали, что они
не поймут, спектакли взрослые, направлены на категорию 12+. А они приходят, и мало того, что понимают все, они потом еще нам сочинения пишут, звонят, рассказывают, какие у них впечатления. То есть это тоже очень дорогого стоит. Непринятие бывает, но я, как педагог, вот я еще просто по образованию педагог, считаю, что если мы живем в православной стране, мы должны знать и свою русскую традицию, и русские корни, и свои, и свою веру. Да? Мы должны знать и своих князей, и царей. То есть без этого древа России, оно просто засохнет. Поэтому не просто эти театры и такие вот организации должны существовать и быть, а это просто необходимо, чтобы возродить Россию, чтобы возродить дух русского человека, чтобы русский человек понимал, от чего, от кого это все идет, да? Зачем это все и так далее. Ну, а самое главное, такие театры нужны. Даже вот если кто-то боится рассказывать детям о православии, ну, хотя бы азы о добре, о зле, о взаимовыручке, о любви. Ведь это очень важно, особенно сейчас в это время, когда молодежь, она блуждает в потемках, в поисках истины. И если будет больше таких театров, таких кружков, я думаю, что истина найдется быстрее. Всегда, когда на грани, надо выбирать то, что тебе подсказывает сердце. Если все-таки сердце больше тянется пойти, надо сходить. А почему бы и нет? Вот узнать о чем-то новом, поговорить с режиссером, узнать артистов поближе, узнать историю нашей страны, нашей России. Да? Через спектакли это все легко делается. Ведь не обязательно идти четко направленно, вот сейчас мне начнут говорить или вещать о Боге, а я к этому не готов. Нет. То есть вы увидели, что не четко бьют в лоб, они миссионерствуют, рассказывая о больших вещах, о той же любви, вот Петр и Феврония, любовь, верность, как это все. И поэтому те люди, которые сомневаются, я их приглашаю на наши спектакли, думаю, что вы получите радость от просмотра этого спектакля, получите за этот час много положительных эмоций, ваше сердце, я думаю, оно вам скажет потом: приходи еще. Мы вас ждем. Молодежный театр «Миргород».